Во-первых, я хочу сказать, что не по теме вопрос вообще. Я не сексолог. Я не даю такие ответы. Я считаю, что есть специалисты в этой области, врачи. Вот к ним нужно обращаться. Единственное, я могу сказать, что есть недоговоренность, есть молчание в сексуальных отношениях, есть комплексы в сексуальных отношениях, есть самый страшный грех, что мы не общаемся, не договариваемся и вообще на эту тему не говорим. И поэтому, я думаю, вот это причина многих проблем.